надо сохранять и набирать, тем более, что ниш еще ну, достаточное количество. Вот. И у нас особенно активно развивается сотрудничество в сфере промышленной кооперации. В принципе, то, о чем мы говорили с вами в Нижнем Новгороде, в сфере строительства уже есть результаты. Сегодня я попрошу коллег проинформировать на этот счет. Вот. Ну и, конечно же, гуманитарное измерение, о котором мы говорили. Во-первых, спасибо, что решение это приняли по открытию авиационного рейса в Республику Беларусь. Я знаю, что область приняла активное участие в туристической выставке, которая состоялась в апреле в Минске. И очень широко так и ярко представила потенциал Нижегородской области для Беларуси. Поэтому есть еще перспективы в сфере электротранспорта. Трамвайный наш проект развивается успешно. Насколько помню, 9, по-моему, 9 сейчас вот, на настоящий момент поставлено трамвайных вагонов. То, что мы открывали с вами, да, мини-трамвай. И есть, я знаю, перспективы в области закупок подвижного состава электробусов и троллейбусов. Мы сегодня, я думаю, с вами обсудим этот вопрос обязательно. Вот. Ну и, конечно же, масштабная, как я уже сказал, строительная программа, в которой участвуют и планируют участвовать белорусские строительные организации.